Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Мы сейчас в аквариуме в Париже, прямо напротив Эйфелевой башни. Идем с детками смотреть на рыбок. Билет на взрослого стоит 20 евро, для детей 13. Мы застали схватку морских крабов. Видишь, Минанчи, как они не могут сварить друг с дружкой. Прямо вон дерутся. Маленькие акулята, эмбриончики. Стойте, стойте, сейчас мы идем. Смотрите, тут вон. Минанчи, не бойся. Здесь можно потрогать. Смотри. Нет, они не кусаются. Смотри, как я ее прямо. Они не кусаются зайка. Нет, ну я. Нет, ну мам, я клюну их. Я клюну чуть-чуть их ротик. А, их ротик даже за ротик потрогал, да? Здесь можно в аквариуме перекусить. Здесь есть ресторан. Мы, смотрите, в таких тарелках, каких-то китайских, вы выбираете все, что можно. То есть там буфет, где вы можете взять вот как буган, макарончик, рыбу, огурчики. А у меня суши. Платите за взрослого 20 евро, за ребенка от 3 лет, сколько, 13, и за маленького 6,5. Вот так. Смотри, Милан, это опасные медузы. Потому что они вот этими щупальцами, смотри, которые видишь, у них такие длинные. Смотри, какая-то огромная, Милан. Они ими жалят. И когда человек плавает, например, в море и дотрагивается, смотри, вот до этого, то ему становится очень-очень больно. И он не может дальше плыть. Представляешь? Кажется, что они, видишь, такие эти медузы безопасные. А на самом деле они очень даже опасные, правда? Так, какая большая. Вообще, какой-то монстр. Да, да, она самая большая точно. Видишь, какие у нее длинные щупальца? А там? Смотрите, а тут такое место для релаксации. Стоят диванчики, люди сидят напротив нас. Вот такой огромный экран, где плавают акулы. Можно сидеть и спокойно любоваться. Видите, там акулы молотые. Их-то много. Это медуза, посмотрите. И она светит ими очень ярко, что медуза попадает в свет в глаза. Прям медуза, электрический ток. Кстати, они совсем маленькие, но очень ядовитые. Au-delà des villes, des montagnes et des forêts que nous connaissons, il existe un royaume marin mystérieux. Dans ses flots cristallins, une mystérieuse sirène vient souvent se présenter.
secret du sort qui recherchait les eaux les plus pures pour élever ses huîtres dernières, plongea dans cet endroit secret. Il découvrit alors la sirène et fut captivé par le spectacle qui s'offrait à ses yeux, ainsi qu'à ses oreilles. Timidement, il lui déposa un superbe collier fait avec ses plus belles perles. Ma patience est inépuisable. La sirène, qui ne se doutait pas de la mauvaise
хорошо с одного до ночи.
chanter mal et puis, au moins, ces perles sont à moi et définitivement à moi. J'ai les océans. Elle retrouva son amoureux Jonathan, qui lui fabriqua un collier encore plus beau. Et elle continua à chanter chaque jour pour le plus grand bonheur des habitants du monde marin. Мы сейчас находимся у Нотр-Дама. Вход к нему перекрыт со всех сторон. И вот мы сейчас, получается, стоим. Как раз видно наверху последствия пожара. Черный цвет. Стены-то они не черные. Вот здесь видно, что, видите, как сказать, внутри все сожжено. Так что мы приехали, но подойти ближе к нему не можем. И люди вот тоже все стоят, фотографируют, снимают. Погода сегодня такая переменчивая. То дождь, то солнце. Люди гуляют, покупают сувениры. Сувениры от Квазимодо. Но, к сожалению, видите, собор закрыт. Бедный малыш. И с брелками держит, главное, не отпускает. Спит. Хорошо, что коляску взяли. Ребят, я решила сделать небольшой круг и обойти здание с торца, если можно так сказать. И вот смотрите, здесь видно лучше. Но здесь тоже, вон стоит полицейская машина, ограждение, и пройти ближе нельзя. Натянута сеть. Но стены светлые. Статуя немножечко вон тоже, да, черная она. Сейчас вам покажу горгулья это. Вот она черная. Видите, вода льется. Ну так, я бы сказала, что просто ведутся строительные работы. Не знаю, что был такой катастрофический пожар. Ну, держись, Нотр-Дам. Будем надеяться, что скоро тебя отреставрируют.